Как жили, одевались и развлекались мужчины Новониколаевска, рассказывает выставка в конторе инженера Будагова. Там можно увидеть десятки подлинных предметов начала 20 века и побывать в стилизованной гостиной в обществе благородных господ. Михаил Якимов тоже вошел в образ. Добрый вечер, господа! Так приветствовали друг друга знаменитые купцы, меценаты и другие мужчины, которые жили в Новосибирске, а точнее в Новониколаевске в конце 19-го, начале 20 века. Они ходили друг к другу в гости, играли в карты вот за таким столом, а чтобы выйти на улицу, надевали цилиндр и вот такой вот сюртук. Примерить все это и даже сфотографироваться в антураже тех лет можно в музее контора инженера Будагова. Здесь теперь работает выставка, которая так и называется. Добрый вечер, господа! Это уголок того самого, ну, чисто мужского, наверное, пространства. Ведь каждый мужчина, мне кажется, заботится о том, как ему выглядеть. И в этой витрине представлены брадобрейные принадлежности, которым уже более 100 лет. А вот это интереснейший тоже инструмент мужской, которым причесывали усы, бороду, да. Вот расческа, это всегда натуральная щетина. И известно, что если вы будете это делать каждый день много раз, то у вас будет очень красивый, такой, знаете, с блеском волосы. Фортепиано было во многих домах. Естественно, учили детей и сами наши уважаемые предприниматели и купцы старались музицировать. Мы видим здесь вот эту удивительную мебель начала 20 века. Можно назвать буфетом, шкафом с витражами цветными в стиле модерн сделанными. И даже небольшая коллекция таких серьезных бутылей. Да, в них спиртное могло храниться, и они могли использоваться в аптекарской сети. Знаете ли вы, что в аптеках подавали небольшими порциями, например, красное вино, и оно считалось в том числе и лечебным. Мужчины любили играть в карты, это несомненно. И самой распространенной колодой того времени была колода, вот которую мы здесь видим, она даже имела свое название «Русский стиль». Вот это наши великие князья в 903 году. И по этим, по фотографиям, сделанных с ним, по их образам были созданы карты, которые получили название «Русский стиль». И мы видим это портретное сходство. Выставка о бытии и увлечениях мужчин в первые годы существования нашего города будет работать в конторе инженера Будагова до 17 мая. Со вторника по субботу. Входной билет 100 рублей. Михаил Якимов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.